Третьяковской галерее находится единственный прижизненный живописный портрет Антона Павловича Чехова. Молодой петербургский художник Осип Брас написал этот портрет по заказу Третьякова в 1898 году, в год кончины Павла Михайловича. Таким образом, портрет Чехова завершил блистательную коллекцию, которую Третьяков неутомимо собирал долгие годы. Портреты Островского, составили единственную в своем роде живописную летопись русской культуры. Эта летопись – одно из величайших сокровищ Третьяковской галереи. Иметь в своей коллекции портрет Чехова, естественно и понятно. Трудно объяснить другое. Почему столь ответственный и почетный заказ достался едва заявившему о себе ученику Репина, тогда как сам Илья Ефимович мечтал написать чеховский портрет, и, узнав об этом его желании, Антон Павлович, как обычно полушутя, полусерьезно, написал Репину, что готов позировать художнику и день, и ночь, бросив все дела. Впоследствии Репин напишет литературный портрет Чехова, и надо признать, что этот репинский портрет гораздо более точен и выразителен, нежели портрет Осипа Браза. Судите сами. Вот что пишет Илья Ефимович. Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица. Враг сантиментов и выспренных увлечений, он, казалось, с удовольствием ощущал на себе кольчугу мужества. Мне он представлялся несокрушимым силачом по складу тела и духа. Вот этой кольчуги мужества как раз и не было в полотне Осипа Браза. Сам Антон Павлович, который был не в большом восторге от этого своего портрета, сказал как-то по-своему, по-чеховски: «У меня выражение здесь такое, будто я нанюхался хрена». В другой раз, несколько лет спустя, выразился еще резче. Ведь это плохой, это ужасный портрет. И если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом портрет мой. Простота и терпимость Чехова многих вводила в заблуждение. Даже среди лично знавших его было немало таких, кто пытался представить писателя недеятельной и унылой натурой, человеком слабым. Но именно к этому слабому и безвольному человеку приходила депутация мужиков из соседнего Смелиховом селения с просьбой о постройке школы. «Я выстроил три школы», – писал Антон Павлович Суворину. И считаются они образцовыми. Все это и еще многое другое делал человек, живший литературным трудом, в то время не столь доходным и прибыльным. Недаром безденежье – постоянная тема чеховских шуток. «Чтобы нажить капиталы, – писал он, – остался только один способ – безнравственный. Жениться на богатой – или выдать Анну Каренину за свое произведение».
осенью 1898 года, в год создания художником Бразом чеховского портрета, Антон Павлович написал сестре о своем решении. Гонорар с чайки пойдет на школу. И в этом весь Чехов, своей личностью, соединивший, наконец, то, что никак не удавалось соединить русской интеллигенции. Сострадание, прозаический труд и чувство прекрасного. Кстати, именно из этого родился Московский художественный театр. Родился 17 декабря 1898 года премьерой «Чеховской чайки». Вообще, все самое ценное художественный театр взял у Чехова. От чуткости к тонким душевным движениям до чеховской мечты о будущей жизни, о высокой культуре духа. И в «Чайке», и в других своих драматических произведениях, шедших на сцене художественного театра, Антон Павлович до конца выразил себя, свое неповторимо чеховское мировосприятие. А помогла ему в этом русская усадьба. И это отнюдь не случайно. В искусстве Серебряного века русская усадьба занимает одно из ключевых мест. Серебряный век переживает усадьбу как иной мир, о котором можно мечтать и грезить, и в который можно бежать от нестерпимо скучной и пошлой реальности. Однако Чехов любит и воспринимает усадьбу немного иначе. И, быть может, следовало бы сказать даже так, принципиально иначе. В чеховские усадьбы бежать бессмысленно. Все их обитатели, они же герои прославленных пьес, в той или иной степени причастны к постоянным конфликтам поэзии, прозы, жизни, красоты искусства и скудной действительности. Мы созерцаем эти конфликты на фоне русской усадьбы и видим их как бы сквозь увеличительное стекло. Перед нами подлинная драма жизни, бесконечный ряд вопросов, ответов, на которые не могут найти чеховские герои. И все-таки такие ответы в пьесах Чехова есть. Мечта Антона Павловича о всемирной гармонии, которая примирит материю и дух, природу и цивилизацию, осуществляется в его пьесах через усадьбу. Через этот драгоценный сплав природы и культуры, через это окно в окружающий мир русской природы, русского пейзажа, который с такой силой запечатлел в своих полотнах Левитан, один из самых близких друзей Чехова. Словом, усадьба – идеальное место существования для чеховских героев. Здесь пробуждается чувство земли, чувство того, что вся Россия – наш сад. Всю свою жизнь Антон Павлович Чехов трудился в этом саду, возделывал его, трудился как писатель, как врач, как просветитель, как русский интеллигент, как человек будущего.